Чуваши с нового года ведут дополнительные меры по поддержке рождаемости. С 1 января 2020 года увеличится срок выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и усыновлением первого или второго ребенка до достижения возраста 3 лет. При этом будет учитываться доход семьи, равный двукратной величине прожиточного минимума, а не полуторакратной, как сейчас. Кроме того, на 1000 рублей увеличат стоимость родового сертификата.